Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы. О!
стопах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, этот День Победы. Победы, День Победы, День Победы.